Сердечно приветствую участников форума «Семья. Сегодня, завтра и всегда». Знаменательно, что форум проходит в стенах Минской духовной семинарии, в центре духовного просвещения нашей республики. И знаменательно также, что этот форум проходит 15 мая, который в государстве отмечается как День семьи. Что касается темы семьи, то эта тема непосредственно связана с темой нашего спасения. Как пишет апостол Павел, кто о своих, а наипаче о домашних не печется, тот отпал от веры и хуже неверного. Вот это все налагает на членов семьи особую ответственность, чтобы они хранили заповеди Божии, исполняли их, и это все принесет им радость, спасение и долголетие, как говорит заповедь Моисеева закона: «И благо тебе будет, и да долголетен будешь и на земле. Аминь». В тиши академических стен мы тоже стараемся работать и усиленно думать, проявлять интеллектуальные усилия при помощи специалистов из разных сфер, научной мысли, государственного управления, центров по поддержке семьи, вот, и в том числе тех тружеников на Неве церковной, кто подвязается в защите жизни нерожденных младенцев, кто помогает семьям обретать устойчивость и твердое основание для того, чтобы, невзирая на все те вызовы, которые существуют сегодня, семья оставалась флагманом и той благодатной спасительной средой безусловной любви и принятия для человека, делающего первые шаги в этом мире. Цель этого форума – создать, по сути, площадку для того, чтобы можно было осмыслить, обсудить, проговорить актуальные вопросы служения семейного. Потому что у нас практически в каждой епархии Белорусского экзархата действуют отделы по вопросам семьи, защиты материнства и детства, епархиальные центры защиты семьи. И очень важно, чтобы они между собой как-то взаимодействовали, делились опытом положительным работы. Вот это, ну, по сути, вот такая площадка для обмена опытом, для повышения своей квалификации епархиальных работников и не только. Наш круглый стол сразу вырос за рамки одной православной церкви. У нас есть выступающие защитники жизни и профемилистические организации, католические. Вот. И чем важен этот форум, в этом году мы посвятили теме отцовства, потому что тема сложная. Больше мы обращаем внимание обычно на материнство, жизнезащитные организации, потому что мама сохраняет жизнь, но мы все прекрасно понимаем, что отец является соучастником рождения и воспитания детей. Без отцов никакой нормальной семьи не может получиться. И поэтому тему мужского здоровья и психического, репродуктивного, и его позиции в современной семье надо рассматривать. В этом году мы видим, что форум приобрел даже такое острое направление. Есть несовместимое мнение, потому что участвуют и представители государственных учреждений, здравоохранения, Минздрава, Министерства образования. Также присутствуют представители церковных жизнезащитных центров и общественных организаций. Нам, как устроителям, очень приятно, что созрели даже предложения на этом форуме. Предложения от священников, работающих в данном направлении, к чиновникам, и обратное предложение со стороны государственных служащих к церковным представителям церкви о совместных мероприятиях. Потому что что-то изменить в ментальности наших граждан, что-то изменить в информационном поле мы можем только сообща.